Ясно дело. Супчик фо. Супер. Чили вообще супер. Чили не переборщила? Ну нет, пока нет. Это первый день. Можно и поосторожничать. Ну вот, собственно говоря, основное блюдо вьетнамской уличной кухни. Суп фо. Не суп фо, а как он называется? Фобо – это фо-бо. Суп из говядины. Если из курицы, будет называться по-другому. О, с меня уже пот, блядь, течет, пиздец. С чили переборщил. Нет, ты не переборщил, ты просто давно не был в Азии. А сейчас вот просто хорошо, вкусно покушаешь супчика. А они готовят как для себя, поэтому это супер-пупер. Чили супер, мята снимает всю остроту, поэтому кушайте на здоровье. Да здравствует Вьетнам!